Всем здравствуйте, ребята! С вами канал Владелец Аквариума и я Дима. Сегодня посмотрим распаковку аквариумного светильника Aqualighter 1. Вот он. Только-только забрал с новой почты. Так, сейчас чудо-ножиком разрежем. Посмотрим, что же мне прислали. Прошу прощения, технические неполадки небольшие. Так, значит, предыстория. Этот светильник мне прислали взамен предыдущего купленного мной. И я его первый раз отправлял на ремонт. Но после ремонта через месяц он опять вылетел. Мне сказали, присылай ее, отправим тебе новый. Вот что приехало. Итак, открываем. Так, ну внутри все стандартно. Это инструкция. Сторону нож закрыть, чтобы не порезаться. Так, достаем. Это у нас гарталон, дата производства 7-й месяц 2018 года, свеженький, отлично. Так, и сам светильник. Так, ну коробку, я надеюсь, что-то показывать. Коробка как коробка. Хорошая, приятная, красивая коробка. Сам светильник упакован вот в такую пупырчатую пленку. Открываем светильник. А, можно залипнуть надолго в сторону. Так, итак, что мы видим? Ну, стандартный светильник. Made in Ukraine, produced by Kolar. Светодиоды. А, интересно. В светильнике предыдущей версии было указано, что светодиод... Сейчас, один момент. Нет, светильники в текущем, который у меня есть, второй, точно так же. Made in Ukraine, produced by Kolar. А в других версиях я видел указана маркировка светодиода. Интересно. Ладно. В общем, выглядит все это так. Все новенькое. Штекер для подключения. Отдельно запакован... сам драйвер. Сейчас мы его тоже скроем. Так, вот блок питания с выключателем, как положено. Вот штекер. Так, ну также в комплекте идут крепления для установки на аквариум и крепление для установки в крышку. Я его не использую. Так. Ну что, включим, проверим его. Благо, розетка рядом. Так, 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 так. Па-бам! Все работает, ребята. Все работает отлично. Выключатель работает. Вот так вот светит этот светильник. Ничего себе, он мерцает. Или это мне так через телефон? Ну ладно, посмотрим на видео, как это будет. Так, ну что, я пошел устанавливать сей девайс в аквариум. Так как растения уже заждались, целую неделю они без
без второго светильника, поэтому необходимо поставить его обратно. Вот. Распаковку. Я в прошлом видео обещал распаковку снять. Вот, пожалуйста, вам распаковка данного светильника. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, оставляйте комментарии, спрашивайте. Для меня это важно и также интересно. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.